Человек красив и славен своим трудом. Животноводов, которые, не покладая рук, трудятся круглый год, сегодня на стадионе Хуреш награждали и чествовали. С приветственным словом и поздравительной речью выступил избранный глава Тувы Владислав Ховалый. Мы чествуем победителей, показавших лучшие результаты своего нелегкого труда. Добиться звания победителей особенно почетно в юбилейный год столетия тувинской государственности. Дорогие земляки, начался отчет второго столетия истории нашей республики. Передовики в отрасли животноводства за лучшие результаты по сохранности поголовья скота и приплода, по увеличению объемов производства и реализации сельхозпродукции награждены дипломами и сертификатами на получение солнечной электростанции. Как празднование на дому организовали и вокальный конкурс республиканского уровня «Ражи Малчин». Победителем стал участник губернаторского проекта «Новая жизнь» Хирел Карасал из Сунхемчикского Кажуна. Сегодня в торжественный день он получает сертификат на 100 тысяч рублей. Чемпионам первой степени праздника животноводов на дом вручают сертификат на получение тувинской традиционной юрты. Среди них и глава крестьянско-фермерского хозяйства Улухемского Кажуна Мерген Палчий. В числе лучших и глава крестьянско-фермерского хозяйства Тандинского Кажуна Светлана Оржак, ветеран животноводства, отмечает, что сборно-разборная юрта в хозяйстве всегда пригодится. Передвижные бани на прицепе вручают передовикам второй степени национального праздника животноводов на дом. Бани были специально заказаны за пределами республики. Почему бани на колесах? Бани потому, что они же кочуют наши чабаны, летние стоянки, зимние стоянки. Это им будет очень хорошо, что они могут его перевозить с зимника на летник, с летника на осенник. Передовик второй степени Орлан Санчи в числе тех, кто сегодня получает передвижную баню на прицепе. Мероприятие по чествованию животноводов завершилось торжественным концертом, на котором выступили народные артисты и танцевальные коллективы республики. Айрас Садбуян, Нуюн, Кузел Сарсарен, Тува-24.